Ох, погодка у нас сегодня. Прям бр. Ветер такой холодный. Да я-то это двигался. А вот сейчас встал вроде бы, наверное, это и холодно. А? Ну, Таня, пошел-то нормально было, а то вот. Нэнси. Что, пошла, да, уже? Это тоже трава какая-то. Ну, у него хорошо корни слабые, оно легко выдергивается. Ну, вот здесь что-нибудь посадить надо. Здесь опусы, да? Да. Не наступлю. А смотри, вот здесь тоже пошла морковь. Ну сюда что-нибудь надо воткнуть, потому что потом сорняк тут. Прореживать есть дофига. А без прореживать как? Ее же сожрут. Ну. На эти морковки поди. Где захотела, там и упала. Угу. Идет, идет. Мы сказали, что мол, от яиц эту скорлупу мельчить и добавлять вместо травы. Ну помнишь, мы же тоже так. Ну да. Сожрали потом все. У нас это не так. Мы тоже пробуем, что только не делать. Да, методов у нас много было разных. Я, в принципе, таких кошек, как Нэнси, первый раз вижу, что вот так она ни с того ни с сего идет, идет. С окна тоже смотрю, бежала, тут же уже лежит. Нэнси, ты нормальная? А? Поэтому, поэтому ей говорю, на улице хорошо. Ты нормальная? А домой она не хочет, дома она так не поваляется. Все, сейчас. Сначала на себя, короче, с земли все, а потом это об тебя. Сейчас еще кукурузу надо будет идти пропалывать. Вышло, да? Да. Дядь Коля тоже он пропалывает и уже. Так. Вот, короче, получилось у меня сделать две стены. Дальше вот здесь я уже только замазал дырки, щели. И какой момент получается? Она высыхает и, видите, трескается вот так. Папе... Солится, да, может? Да, я папе позвонил, говорю, почему глина трескается. А он спросил, говорит, она какая, желтая или такая, желто-красная? Я говорю, желто-красная. Он говорит, она, говорит, не идет. Если, допустим, ей именно вот так мазанку мазать, то нужно песок добавлять. А дядь Коля, он же тоже этим же занимался. Вот, я потом пошел к дядь Коле, говорю, так и так. Он говорит, песок надо добавлять. А у нас завтра уже птица приедет, и нам нужно ее поселять. И покупать ради того, чтобы комнатку замазать песок, потому что у нас мелкий песок закончился. И покупать я не вижу смысла. Да, я уже замазал. Потому что когда сразу замазываешь, это уже не видно, она как бы вроде бы хорошо. А потом получается вот так вот. Я стараюсь аккуратно, чтобы ничего нигде не отвалилось. Да и так чистенько, нормально, лучше. Не, лучше пусть светленько будет. Вот. Чисто стало. А, ну да, в плане в какой-то степени симпатичнее. Дырок, по крайней мере, нету. Ну, только вот эта сторона страшная. Ну, с этой стороны я чисто дырки только замазал, и все. Не будем больше. Да, мы сейчас побелим все. Вот, навели и звездку. Попробовал краскопультом, краскопульт забивается там, потому что зернистость вот эта есть. Вот, и все нафиг забивается. Так что вот таким методом потихонечку, аккуратненько. Будем, короче, это белить. Может, валиком попробовать, а? Валика придется тебе давить, мне кажется. Кисточка лично можешь плавать. Я не знаю ее. А сейчас я попробую валик помыть. Может, валиком тоже будет. Да, раньше были такие приспециальные эти штуки качать. Накачал, и там это можно было. Знаешь,
Да, и звездки. Я, знаешь, что тебе белили. Вот сейчас белю и думаю, тебе надо было побелку вот эту звездку добавлять сразу атомисил вместо воды. Я без заразы. Да, папа сказал, говорит, либо и звездку еще добавлять, тоже трескаться не будет. Ну, а, надо еще. Да. Видишь, как я угадала? Вот, ну. Что ж поделаешь, уже все. Мы обычно как это. Инструкцию берем только тогда, когда что-нибудь сломалось. Так же и я, как это. Да нет, тебе же сказали, что можно вот так сделать. Ты же сделал. Ну, в плане, я как бы, да, просто этот. Давай, как еще лучше. По мне, то как я думал, глина и глина, оказывается, таки глина тоже имеется. Разные свойства. Вот. Значит, если желтая глина, она не тянет, как бы это, не трескается. А вот желто-красная такая, вот как раз таки она идет и это. Мешая солома, не мешая солома, она все равно будет трескаться. Потому что соломы здесь предостаточно. Я и рубил, и сыпал, и потом уже вот эти мелкие ворсинки, то, что осыпалось, вот это закладывал. Ну, все равно. Ну, ладно. Чувак, ваш там? Пойдет. Ой, говорит, вы что там делаете без меня? А? Смотри, уже так, уже симпатичней. Ну, да, ну. Угу. Надо тебе отделить сейчас, пока я буду белить. Бусей туда, на ту сторону, а курс сюда мелких цыплят. Загоном сделать? Да там не то, что загон, ты просто досками, они же не перелезут через, допустим, две доски. Не, не перелезут. Ну и вот, и от Патрика с Максом надо вот тоже там. Ну я да, потому что они начнут друг другу это. Ну, помнишь, что кто-то, Патрик, по-моему, его укусил. Ну сначала гусь его укусил его, а потом Патрик укусил его, ответ его. Главное, чтобы звездки хватило. Да нет. Стараюсь. Пожирнее. Это получится, половина побелили, половина нет, половина помазали. Да, половина помазали, половина нет. Я начала, короче, сегодня свою работу с сарая. Там, короче, белила-белила. Закончила, перешла на покраску. Решила, короче, этим цветом покрасить. Потому что мне не понравилось, как я покрасила. Там штакетник белым цветом, краска впитывает. Либо краска такая не очень. Сейчас я с той стороны ищу, мне с той стороны будет удобнее подобраться. Либо краска не очень, либо что, я не знаю. Но мне вообще не понравилось. Она впиталась и стала такая как белогрязная. Сейчас посмотрим, что с этим получится. Ну, здесь мне более-менее нравится. Ну и цвет такой благородный, такой светленький, красивый. И будет как-то вот так. Посмотрим, что получится. Мне осталось ту сторону докрасить и там немного. Ну вот. Как-то так. Потом гортензия распустится, будет вся зеленая. В принципе, на таком цвете зеленый цвет тоже хорошо смотрится. Нормально. Пойдет. Он светленький, не броский. Если был яркий, сиреневый или темный сиреневый, конечно, я бы не стала. Мне не нравятся такие цвета. Мне нравятся более нежные, светлые оттенки. И ничего, так симпатично. У меня как раз там краски чуточку осталось. У нас сегодня такая вот пасмурная погода. Сегодня ничего не снимала, потому что я сегодня весь день практически была в огороде. Полола там траву, все вот это вот. Занималась, короче, огородом. Там снимать нечего-то, тем более у нас ветер шумно. Ну и как траву убираем тоже, я думаю, никому не интересно, и поэтому как-то даже и не включалась. Вот такие дела. Сорняк везде, сорняк прет. Где, блин, не наступи, где не наклонись, везде сорняк. Что ж тебе так много-то? Сорняк, сорняк. Пилотик лежит, обижается. Кокушонок лежит, обижается. Не берем его. Пилотик!
Пиватик, вон, видите, постелила ему здесь подстилочку. Лежит, наблюдает за всеми. Ой, так нравится, а? Нравится ему. Я думаю, будет лучше, чем просто он стоит уже в таком виде сколько времени. Ну, посмотрим, дождь переживем. Если, как говорится, не облезет, страшно не станет после дождя. Кстати, сегодня вечером обещают дождь, но ближе там к 10 вечера. Поэтому успеет высохнуть. И я так на один слой крашу. Не на несколько, на один слой прокрашу. И посмотрим. Ну, мне нравится. Надо поставить, а то не начинала теплицу потихоньку разбирать. Тебе помыть надо? А, не надо, сюда, Руш. Ну я все-таки к этому бурке даю воду. Смотри, какие там красивые облака. Эй, малышня. Малышня. Ну-ка, пойдемте. Тихо. Пойдемте. Бегут, блин. Почему, когда я камеру включаю, они не бегут? Тихо. Где вы там спрятались? Борисыч, давай воды будем пить. Так. Сейчас. Ладно, буду поить Борьку. Одной, скажи, рукой. Нам неудобно, да? Неудобно. Надо, скажи, двумя работать. Вот он наш, Борчик. Борчик. Все, докрасила. Сейчас буду дальше вот здесь учистить. Там уже все почистила, все чисто. Вот сколько сорняка. Теперь буду здесь чистить. Сейчас Рушан мне опять поилки вынесет. Ой, Нэнси, чуть на тебя не наступила. Что ж ты под ногами путаешься, девочка? Они моются в этих поилках. Видите, грязь там. Едет. Убегай. Цыпа. Я сегодня с этой стороны не открыла теплицу. С той стороны открыла. А? Ну да, надо тоже по тебе оборвать. А с той стороны, короче, я открыла. Что-то это. Проехала, да? А я думаю, там загородка.
Перегородка. Только открываешь, они все сюда бегут. Вот туда вырву эту кучу. Ну, вот так вот более-менее. Чистенько. Горошек уже он такой. Сегодня проливать. Ну, не знаю, сегодня обещают. Ну, вот. Здесь я пролила редиску. Обещают ливень прям на всю ночь. Это что такое? Ну, оно такое красивое. Не знаю, а? Сорняк. Ну, я знаю, что сорняк. Я думала, может, ты знаешь, что за сорняк. Ой, ой-ё! Фу, он какой вонючий. Ой, мамочка. А чё он кричит? Я же его только что попоила. Сено есть. Чё орём-то? Сорняк красивый. Сорнячок. Такой вылез. Кустом таким. Ого. Да здравствуют глаза мои из пыли. Ой. Здесь тоже не успеваешь, блин, убирать уже опять все. Все опять. Вот тут мелкая противная трава у мамы. Ее полно. Что за фигня, я не знаю. Я даже не помню в том году ее. Не вырывается с корнем. Не, не вырывается. Ой, колючка. Не. Офигеть. Все, я ее унесу. Но свинья, блин, это видит нас здесь и орет. Вот здесь бетон. И они вон вырвались с бетона. Мы бетонировали эту сетку прям в бетон. Вырвал. Макс. Макс вырвал, да, Макс? Ай-яй-яй. Все повырывал. Всю сетку поперегрыз. Разорвался. Что там? Опять земля упала? Ну да. Стоп, там что-то белое. Вот там пух, руж.
Покушать. Ну, гуси, у вас скоро переезд. А сюда мы хотим цыплят пустить. Они цыплята бегают везде. Везде бегают. И у соседей на огороде. Там сейчас кукуруза всходит. Выклюют, да? Вот так берут за зернышко, как дергают. Вместе с корнем вырывают. И кукурузку съедят. Серьезно. Кошмар, надо убирать их срочно. Надо их срочно убирать. Получается, у гусей так и останется этот домик. Просто здесь сетку натянем. Они так, дверь здесь тоже есть с этой стороны. Не сетка будет, будут две палки. Вот такой высоты. Раз, два. Чтобы они могли пролезть до сюда. И вот так. Это, я думаю, хватит места. Да, конечно. Мы все более часто выводим пастись. Да. Поэтому... Их даже сейчас, наверное, можно выпустить, да, чем-нибудь? Пусть поедят. Пусть я за ними послежу. Да, пока мы здесь. Они далеко не уйдут. Давай. Давай, делай. Все, пусть пасутся. Ага, такие. Вкусно. А вы гуляли уже, гуляли на днях, так что все. Да, Патрик, хорошо понемножку. И потом попозже поедем, Патрик. Зайчик, ты так смотришь. Потом попозже, сейчас погода восстановится, дожди пройдут, и мы поедем гулять. Смотрит. Вот это перепилить опять набралось. Рушану работы. Пилить, перепилить все надо будет. Все, я сейчас буду наводить порядок, вот это все по местам Такая, скажут, это узенькая что-то. Это так не идет, это только он так идет. Вот, он зашел. Куда, куда? За... Обратно, обратно, давай. Да, вот эти дамы капризные. Обратно, обратно, ты чего?
поняли. Это не наша хата, да? Вот так вот получилось. Сейчас Рушан с той стороны закроет. Хорошо у этого домика две двери, да? А? Хорошо, говорю, две двери. Вот сюда лучше. Вот здесь вот могут вы, здесь лучше оставить, вот сюда. Помнишь, у нас как-то сюда залез цыпленок? Да. Так, надо сейчас им кормушку, поилки. И там открыть. Нет, там не то, что открыть, там надо будет снять, мне кажется. Потому что открывается в эту сторону. Дверь снять надо будет. Но сейчас что, уже тепло. Все, и порядок там наводить. Надо просто цыплят уже загонять. Они там шастают по огородам. Так, вытягивает шею. Че, Патрик? Я здесь тропинку убираю и рыхлю. Сразу тропинку, подрыхлю тропинку и вот так вот пошла туда дальше. Убираю сорняк весь потихоньку. Все. Отошли уже. Опа. Жаль, конечно. Красивые были. Там вообще их уже нету. Здесь вот еще 2-4 еще стоят. Все, теперь будет пустая здесь клумба у нас. Пока вот это вот все у нас зацветет. Здесь полно вон. Я понасажала. Ну, пока тишина. Ну ничего. Подождем. Хочу закрыть. У нас все ночью плюс 6-4 диска. Медленно растет, потому что прохладно. Да идем прохладно. Чушь, я вон в куртке сейчас нахожусь. Что-то непонятно. Тут такая жара стояла, резко погода поменялась. И хочу, наверное, накрыть. Накрою на ночь. Тем более, вот эта штука обратно. Быстрее вырастет, быстрее уберу ее отсюда. Что мне сюда надо будет рассаживать огурцы, высаживать. Поэтому мне нужно побыстрее вот это все убрать, редиску. Дождаться, когда она уже вырастет. Не деремся.
Я не знаю, как это, я даже не увидела. Я на грядках была. О! Может, этот блок оставили и все. Это я могу. Все, ничего, я просто за свой огород боюсь. Как-нибудь проснусь, выйду утром рано, а у меня ни помидор, ни перца, ничего нету. Зато это... Да они вот это вот толкнут. Нет, они толкнут доску. Доска не пойдет. Лучше блок поставить, да и все. Да? Конечно. Чудо. Нет. Блок поставить. Доску они толкнут и все, и вышли. Я понял. Сейчас. Мы уже ели гуся зажаренного. Кстати, он спрашивает, куда четвертый делся. Рушан его зажарил. Ну да, потому что он кое-что съел. В смысле? Еще не съел, не слышите. Вон он нагинается. Мне кажется, вылезут. Я обворачиваюсь, сижу в грядке, обворачиваюсь. Стоит. Красавица. Я реально это не видела. Я сижу. Вот. Я работаю. У меня даже вон она тяпка. Валяется, вот она, я сижу. Получается, задом, можно сказать. Надо просто проследить, тогда давай я это... Стоять! А Макс-то посмотрите, что делает, а? Вот на Макс смотрите. Он и рад. Патрику он вообще все равно. Но гусак этот... Все, давай я скрытую камеру поставлю, пошла тяпать, посмотрим, окей? Когда сидите смотреть, следить за ними. Посмотрим, как выйдут. Ah.
так. По низу. Снизу вышло. У меня просто грядка такая была, где мне было видно их. Вот здесь снизу вышло. Смотри, даже вот так вот вышло. Ну, то, что не сильно низко. По низу надо везде ставить. О, ужас, как это, да? Как лебеди. Ну, да. Лебеди же так же кричат. Как на речке просто раз выпендриваться. Ну да. Патрик, ты чего, зайчик? Крапиву ешь? Ну ты чего? Патрику крапива понравилась. Ты че, мой зайчик? Крапиву ешь? Даже... Ой, ужас какой-то. Даже и не подумаешь, да? Вот тоже подальше. Ой, крикливые какие. Да, они там везде выберутся. Крапиву есть, смотрите. Патрик, тебе нравится, да, патриотик? Наелся крапивы. Весело. Шумные гуси, очень шумные. Не бойся, все. Я за маленькую пора. Себе. Нельзя сидеть. Иди сюда. Быстро иди сюда. Так, начало есть. Эти стоят шоки. Как так нашу территорию заняли? Все. Вашу территорию заняли, да. Кстати, вот здесь вот есть навесик. Вон он, навесик. Туда можно кормушку поставить. И не страшен дождь. Или кормушку, это, сарай лучше. Сарай, да, лучше? Да. Ну, ладно, сарай, так сарай. Гуси, посмотри, гусяки, они уже гоняют. Цыплят-то. О, смотрите, что творят, а?